Добрый день, дорогие друзья, дорогие автолюбители. Я вам скажу такую одну вещь, очень важную, по поводу Украины, нашей няньки, прекрасной страны, но в которой есть разные козлодои, которые закидывают на рынок некачественную солярку. Именно козлодои. Я обращаюсь в первую очередь к козлодоям. Говорю, козлодои, вы скоро свою деятельность будете закрывать. Почему? Потому что некачественный товар, некачественная деятельность по Украине не будет уже скоро существовать. Будет только качественный сервис, прекрасные дороги, качественная солярка и великолепные мастера на СТО. Это я вам на будущее просто пророчески говорю. Что касается автолюбителей, ребят, сейчас вбросились на рынки, особенно в Одессе, но замечаю, приезжают ко мне ребята вот с такими вот мультипликаторами. Вот этот мультик, он льет 80 мл в обратку. Человеку продали солярку за до 10 гривен за литр. Там 8, по-моему, он говорил, или 7. Она тепловозная. Ни в каком случае, ни в какую топливную аппаратуру нельзя заливать тепловозную соляру. Никогда. Почему? Потому что эта соляра сепарированная. А в ней отсутствуют смазывающие элементы. Она сухая, грубо говоря. Заправляйтесь хотя бы на заправке и добавляйте 1%, на любой заправке заправляйтесь, в конце концов уже. Да можете добавлять 1% масла от залива, то есть если, допустим, ты залил 10 литров солярки, то 100 миллилитров можешь залить туда масла, 100 миллилитров. 1% от залива, не более, для того, чтобы смазывалась сама соляра. Мы так делаем, я так делаю. Это будет профилактикой. А профилактика, она избегает какую-либо поломку или какое-либо там заболевание, допустим, как в медицине. Профилактика, допустим, спортом человек занимается для того, чтобы у него работал хребет в его 70 лет, например. Там, потому что он развивает кости, то есть упражняет мышцы, чтобы они не атрофировались. То же самое и здесь. Автолюбители, прошу вас, не заправляйтесь тепловозными солярками никогда. Эта солярка не подходит. У нее другие совсем данные, другое цетановое число и другие элементы, которые есть в солярке. Ими заправляться нельзя категорически. Если вы хотите приезжать к мастерам и на сервиса, пожалуйста, заправляйтесь. Но тем, у кого уши есть и у кого голова на плечах, я не рекомендую вообще категорически. Не заправляйтесь тепловозными солярками, а также солярами, которые находятся, там, не знаю, с канистр, КАМАЗы, там, сливают, то есть, там, через какие-то сеточки пропускают. Вот, это фильтра, допустим, Delphi, они ловят 2 микрона. Есть частички, которые меньше, чем 2 микрона, из-за некачественного топлива. Микрочастички, которые проскакивают фильтра, учитывайте это. Как ни крути, на заправках какие-то, но фильтра, оно стоят. Вот. Если будете заправляться на залепах, на каких-то ворованных солярках, какие-то ворованные солярки, там сейчас отжатые у кого-то, там непонятно, не заправляйтесь там. Заправляйтесь хотя бы на заправке, добавляйте чуть-чуть масла. Вот. Всем благословений, а козлодоям прошу исчезнуть с рынка Украины. Иначе вас исчезнут кто-нибудь. Это не угроза, это просто вам предупреждение свыше. Все, ребят, всем благословений, удачи. Пока-пока, ребятки.